Детский сад «Ивушка» – это образовательное дошкольное учреждение, где воспитывается и обучается 140 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Групповые комнаты прекрасно оснащены. Яркое оформление, удобная детская мебель, много игрушек и полезных развивающих игр. В процесс дошкольного образования и воспитания включены современные компьютерные технологии. Детский сад оснащен интерактивными досками, которые позволяют использовать новые методы в системе обучения. Все воспитатели в своей работе используют персональные компьютеры. Обеспечен доступ к интернету. Детский сад оборудован современными безопасными игровыми площадками, удобными для игр малышей на свежем воздухе. Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. Ежедневно 40 сотрудников заботятся о детях. Воспитанники сада имеют возможность заниматься большим теннисом. Профессиональные тренеры работают с детьми 2 раза в неделю. В саду организована работа по дополнительному творческому развитию. Дети активно выступают в концертных программах с танцевальными номерами, песнями и театральными представлениями. Формированию эстетических вкусов детей способствуют частые гастроли столичных театров с детскими постановками. Также здесь обучают английскому языку, игре в шахматы и шашки. Техническое оснащение сада компьютерной техникой, мебелью, игровыми комплектами, столовой посудой, благоустройство и озеленение территории сада – эти вопросы администрация решает при полной поддержке мецената села. Детским садом в последние годы руководит Надежда Грек.